Так, дорогие друзья, у нас время вечера, мы уже в баню сходили, сейчас налаживаем кушать спагетти, и к спагеттям я сделала в духовочке рыбу, специи делала обычный роллтон сделала и запекла в духовочке. Будем сейчас кушать. Ладно, сейчас накладем все и покажем, что и сколько. А, да, еще компот сегодня апельсиновый открыли. Детки пьют. После бани хорошо его. Да, Светик? Угу. Ты не пробовала? Нет. Ну вот, Егорка пил, ему нравится. Ладно, дорогие друзья, накладываем. Так, все, всем положила. Сейчас будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. Так, а, во, все. В целом, хочу сварить суп. У нас закончилась своя, ну, картошка, короче говоря. В магазине охота идти. Решила я копнуть несколько лунок и посмотреть, как картошка. Сейчас вам покажу. Вот такая вот, ребята, картошка. В последнем кусу вот эти вот две огромные картофелины. И у меня тут муж на днях выпускал курей. И видите, что они натворили. Копали картошку. Я заметила, и поэтому эту лунку сразу выкопала. Есть мелкая, есть крупная. Ну вот, с четырех кустов вот это вот все, что я накопала. Сейчас буду чистить и варить супик. Все, помыла картошку. Сейчас буду просто вот так скоблить ее и на суп. Свежая картошка должна быть очень вкусной. Молодая еще. Она, ей еще расти и расти, поэтому я надеюсь, что нынче будет хоть какой-нибудь урожай. Ну вот некоторые, правда, крупные попались. Сортовую не стала выкапывать. Сортовую пускай растет, которую, помните, я покупала. Не стала ее трогать, пусть еще растет она. А такую простую просто копала. Так, почищу ее. Тут у меня тазик с водой стоит, сразу поласкиваю, смотрю, где еще плохо почистила. Если кто копал, напишите, какая у вас картошка уже. Такая же или крупнее, или наоборот мельче. Ну, в принципе, с четырех лунок, в принципе, не нормально. Ни мало, ни много. Ну, хотелось бы, конечно, больше. Вот так вот. Счищается вообще легко. А сейчас молодая, вообще легко чистится. Молодая и легко чистится. Хочу суп сварить. Надоело все это. Дети суп-то не хотят, а я что-то суп так хочу. Я не могу без супа. Мне надо суп. Некоторые удивляются. Вот вы один суп готовите. Да потому что суп это всегда все равно... Без супа тяжело. Вот я не могу без супа. Мне надо суп. Так что вот так вот. Как-то так. Ладно, сейчас все почищу. И будем с вами готовить кушать. Сейчас смешной случай на улице был. Там, кстати, Маша сейчас пошла собирать эту ванечки на улице. Белье она мне помогла, развесила. И случай на улице смешной был. Я там возле мужа, возле гаража стояла, разговаривала с ним. Тайсон прыгал, 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 прыгал. Да, прыгался. Кастрюлю с водой полностью опрокинул. И стоит, и такой смотрит на кастрюлю и на нас. На кастрюлю и на нас. Мол, вы что, хозяева, не видите, что мы воду пролили, да? Такое дело. Я говорю, ты зачем воду опрокинул? Такие глазки делает невинный. Мол, не я, это вы опрокинули. Ага. Так смешно. И стоит, смотрит. Даже прыгать сразу перестал. Деловая колбаса. Хочу ему опять эти купить таблетки. Ну, специально. Раз в 3 месяца я ему даю таблетки. Чтобы... Ну, как сказать? От глистов, короче говоря. Хотела как-то культурно сказать, но не знаю, как еще сказать это культурно. Раз в 3 месяца я им покупаю и даю таблеточки обязательно. Пусть таблеток он так хорошо поправляется. Ну, чаще нельзя их давать. Он и так у нас уже оборзел. Есть путем, ничего не хочет. Вредный такой стал.
все прокидывает, выбирается. Ладно, дорогие друзья, сейчас почищу и будем готовить кушать. Всем хорошего дня. Варю суп. Решила сегодня весь суп сделать из свежего всего. Лук решила свежий сорвать и морковь. Сорвала лук и сорвала морковь. Очень крупный урожай. Ну, хоть такой, зато свое. Ладно, видите, лук. Ладно, буду сейчас все это делать и варить суп. Друзья, помните, мы собирали с вами помидорки? Вот они краснеют. Но у меня уже тут детки поели. И вот сейчас еще спустила, еще нашла красных помидоров. Хочу их помыть и опять дать деткам. Вот эти вот три сейчас помою, дам. 4, 5, 6. Все, хватит. А эти пускай еще краснеют. Этот еще слабенький. И на вот остатки, наверное, уже собирать, да? Потому что на улице холодно у нас. Уже совсем морозы стали. А? Потепление будет, но пускай тогда еще стоят. Ладно, будут еще краснеть, а эти сейчас я помою и дам маленьким. Всем добрый день, дорогие друзья. Не было видео на канале, как многие заметили. Ну, бывают у женщин такие дни, когда плохо себя чувствуют. Поэтому я ничего не снимала. Сейчас мы с Машей едем в город. У нас просто уже как неделю, да, наверное, Маша, пришли мармеладки. Целую коробку желейных мармеладок мы заказывали. И пастила, да. И Маша говорит: мам, ну давай уже съездим. Я сегодня еще не важно себя чувствую, но поедем уже, заберем. Ох, а то ребенок весь испугался. Ладно, едем в город. Все, приехали мы с Машей домой уже. Сейчас покажу все, что купила. Но в первую очередь покажу вот это. И меня тут моя подписчица заказала улиток через знакомую. Она у нее там выбрала, та привезла меня. И мне надо отправлять. Я сегодня ходила и искала коробку. Вот такую коробку, Оля, я тебе нашла. Буду отправлять. Контейнеры тоже купила. Сейчас чуть позже покажу. Заходила в Фикспресс. Две вот такие вот тетради взяла на 80 листов. Потом забрала сегодня мороженое карамельное. Детям нравится. Вам не нравится, вы не берите. Дальше. Решила взять имбирь с лимоном на пробу в фикс прайсе. Вот такой вот он. Попробую. Как-то видела отзыв на ютубе. Некоторым понравилось, поэтому взяла. Забрали вот такую вот коробочку. Сейчас откроем. Маш, дай мне маленький нож, а то этот большой. Кстати, неудобно открывать. Этот, ну, убери, пожалуйста. Угу. Сейчас покажу то, что здесь у меня пришло. Ну, как раз коробочку, может, кому-то что-то отправлять получится. Я заказывала ребятишкам. А ну, тут, подожди, Машенька, сейчас откроем. Мармеладки вот такие вот разные. Мы хотим заказать вообще разные мармеладки на пробу. Всякие разные позаказывать. И деткам сегодня разделю, дам. Дальше коробочку сейчас открою, покажу, что здесь у меня. Здесь картонку сверху приложили. Здесь у меня упаковка пастилу. Заказала на пробу. Детки тоже просили как-то. И взяла тут разные вкусы. Потом вам постараемся покажем, какие здесь вкусы. Машенька, выкинь, пожалуйста. Дальше. Скоро школа, как вы понимаете. И сейчас, ввиду того, что такая везде безопасность, надо руки стерилизовать, всякое такое. Я заказала вот такую вот коробку влажных салфеток. Тут в каждой штучке по 8 штучек. По 8 салфеток. Тут должно быть 42 упаковочки быть. Машенька, посчитаешь, сколько здесь упаковочек, пока я распечатываю остальное, то, что мы купили. Вот такие вот два контейнера я купила для моей подписчицы, для того, чтобы ей отправить ее на улиточек. И также для себя, ну тут, чтобы компактно было. Вот такие вот контейнеры по 55 рублей. Купила себе еще чай каркаде. Чай каркаде мы обожаем, он редко бывает в магазине, поэтому, когда бывает, мы обязательно покупаем. Также я взяла жидкость для снятия лака, мне надо лак снять. И купила баночку меда, чтобы в холодильнике лежало, когда болеешь, чтобы принимать. Так, вот такие вот два контейнера для улиточек взяла. Дальше в фикс прайсе мы взяли вот такую вот упаковочку печенюшек.
55 рублей стоило. Сейчас, Мариночка, подожди, солнышко, я все покажу. Мариночка тут пришла, дальше заходила. У меня сломалась моя пилочка. Я взяла себе вот такую вот металлическую пилочку. Также купила сметанку, баночку 15%. Орешки со сгущенкой ребятишкам взяла. Взяла вот такие вот маковые булочки. Тут последних 5 штучек было. Ну, напополам разрежут, как раз хватит всем попробовать. Литр молока купила. Для сметаны взяла творог. 2 упаковочки. Деткам сейчас наведу, сразу свеженькие поедят. И взяла себе маску-пленку очищающую для лица. С анимом какой-то для проблемной кожи. Вот взяла такую. И пришел какой-то пакет китайский. Ножницы-то уже забрали, да? Где? А вон они, ножницы. Китайский пакет пришел. Сейчас посмотрим, что там. Сколько, Маша? 42 штучки. Ну, я говорю, 42 упаковки. А здесь пришел, ребята, ремешок. Для школы, ребятишкам. Вот такой вот он на резинке. Он просто берет по бокам, вот так вот заклепывается, и спереди его не надо застегивать. Черного. Вот такой вот ремешок пришел. Нам понравилось, поэтому мы заказали его. Все, вот такие вот, ребят, в целом все были покупки. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаем всего самого хорошего. Всем желаем крепкого здоровья. Всем говорим пока-пока. Так, мы сейчас будем считать, какие тут вкусы и сколько здесь штучек. Давай сначала по вкусам разберем. Все, мы начинаем разбирать, и вы оставайтесь с нами. Мама, я здесь всегда буду. Так, дорогие друзья, разобрали вишневых почему-то только 3. А это вообще вишня? Да, это вишня. Вишня тут есть, потом барбарис есть. Это что? Фруктовая пастила, абрикос. Это апельсин, тут яблоко. А здесь которое? Слива. Вот такие вот. А сколько штучек? Так, 2, 4, 6, 7, 8, 9... 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 штучек в коробке. Вот считайте, вот столько. А, Машенька, открой мне вишневую, пожалуйста, одну. Посмотреть, какая внутри упаковочка. Что там вообще внутри. И сейчас... Да, Маша будет долго открывать. Так, открывай полностью, открывай. Вот такие вот внутри постилки. Ну-ка, разделай постилочки. И так вот они разделываются. Ну-ка, дай на вкус я попробую. Вкусная вишневая, кстати. Хочу такую вишневую. Ну все, берите, ребятки, по одной коробочке, какой вы будете. Я вишню люблю, поэтому я вишневую буду кушать. А Егора взял? Что он делает? Дрова таскает? Так, остальные тогда сейчас мы уберем. И сейчас откроем вот такие вот. Девочки, а мне одной рукой вообще-то неудобно. Все сидят, все едят, а некому помогать. Вот такие вот червяки, ребята, здесь. Разноцветные. И вот такие вот ягодки. Ну, в принципе, на вкус. Желейки у меня дети обожают. Да, дети? Да, я хочу попробовать. Все. Сейчас разделю и раздам им. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.